По-новому взглянуть на любимый город. В кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма «Экскурсии по Самаре. Необычная». 18-минутная короткометражка рассказывает об областной столице и показывает ее истинную красоту. Фильм создан по заказу администрации города. Увидеть и оценить его приехали глава Самары Елена Лапушкина, депутаты районов, руководители профильных ведомств, а также друзья и коллеги актеров. Планировался фильм, который расскажет самарцам про Самару, да, напомнит, какая у нас красивая, какая у нас добрая, как у нас много замечательных традиций, как у нас много замечательных мест и, в принципе, покажет настроение нашего города. Фильм получился, мне кажется, гораздо шире. Очень надеюсь, что его будут пересылать своим родным и близким, делиться им. И все-таки хочется, чтобы каждый любил наш город. По-разному, но каждый. По сценарию главный герой хочет перевернуть представление своей девушки-художницы о том, что Самара – это обычный город. Для этого влюбленные отправляются на экскурсию, где в роли гидов выступают местные жители. Поиски красоты в городе превращаются в поиски красоты внутри себя. Над проектом команда начала работу летом прошлого года. Съемка любого фильма – это всегда сложный и интересный процесс, рассказывает режиссер Андрей Петряков. Однако справиться с работой удалось, и результат более чем порадовал. Мы начинали в августе проект. И у нас были дни, когда мы в один день утром писали сценарий, днем бежали на пляж, снимали, чтобы не упустить солнце, а вечером проводили кастинг актеров. Трудность была, наверное, вот в сроках, успеть снять пока август, сентябрь и еще немножко октября. Красота вот эта вот вся нас окружает. И мы успели. По словам актеров, во время съемок чувствовалась большая поддержка. И это самое ценное для творческих людей. Ну, мы настолько кайфовали, нам настолько помогали все люди. Вообще город, мне кажется, помогал. То есть погода, природа, все играло на то, чтобы мы сняли этот фильм. А мне кажется, он просто сам по себе жутко трогательный. Он такой теплый, он такой нежный, необычный. Каждая секундочка этого фильма, она вот сюда, самое сердечко. В фильме не обошлось и без сложных технических сцен. Для их съемок понадобилось действительно большое количество дублей. В первом кадре раз 40 меня точно переворачивали. Я висел какое-то время, они меня про меня забывали. И я там уже говорю, ребят, давайте как бы обратно. И мне обратно. И меня специально держал человек, чтобы я был вот в этом вот вертикальном положении. Мне еду туда передавали, потому что меня так закрепили, что я не мог спрыгнуть и так далее. Но это было самое яркое в любом случае. И она говорит, что Самара – это обычный город. И я хочу перевернуть ее представление об этом. Зрители работу тепло приняли и высоко оценили. Для многих она откликнулась глубоко в сердце. Я сама, как человек творчества, настолько вдохновлена. И у меня, прежде всего, это откликнулось в груди, в эмоциях, в моих чувствах. И я поняла, насколько действительно очень дорог этот город. Для меня этот фильм – это как визитная карточка нашего города. Я считаю, что это очень круто, что ребята занялись. За 9 месяцев они сняли вообще реально очень крутую короткометражку. Он очень емкий, очень красивый. И вот эта история о том, что ты видишь глазами в Самаре, когда ты идешь, и то, что они передали на экране, это было очень круто. Знаешь, у меня сейчас ощущение, как будто это мой город. Слушай, а ты той стороной нарисовала? Ну, если хочешь, можешь и картину перевернуть. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.